голосования прибыл гражданин, который должен находиться по решению Роспотребнадзора на изоляции домашних условий. Мы в списке таких граждан выдаем комиссии. И речь идет о том, что они не должны приходить на участки, вы сами понимаете. Но гражданин пришел. Бдительные члены комиссии этот факт установили, отвели его в изолированное помещение, предоставили ему возможность проголосовать, не притрагиваясь к избирательному бюллетеню, бюллетеню для голосования, с помощью других лиц. Поставили галочку, ну а теперь это помещение полностью с помощью дезостанции города Хабаровска обработано, было приостановлено голосование на некоторое время. Очень оперативно сработали сотрудники дезостанции, провели санитарную обработку. А с этим гражданином, конечно, теперь, наверное, будут заниматься правоохранительные органы. Почему он нарушил режим самоизоляции?